приготовлю канапе для праздничного стола или фуршета. Нам понадобится авокадо, творожный сыр, лимонный сок, долька чеснока, соль, хлеб, какой вы любите, помидоры черри, красная рыба, малосольная, маслины или оливки. Для украшения буду использовать зелень. Теперь берем подходящую рюмочку, у меня ее диаметр 4,5 сантиметра, ставим ее на кусочек хлеба и ножиком начинаем вырезать кружочек подходящего диаметра. Вот такой кружочек должен получиться. Итак, проделываем со всем хлебом и нарезаем столько кружочков, сколько нам нужно для канапе. Авокадо нам необходимо почистить и удалить косточку. Из кружочка лимона отожмем сок. Нам его понадобится немного, не больше чайной ложки. Если в соке остается мякоть, необходимо его процедить. В мисочку к авокадо добавим чеснок, немножко лимонного сока, соль по вкусу и пробьем это блендером. Масса должна получиться однородной, вот такой консистенции. Творожный сыр выкладываем в отдельную емкость. Если он нам кажется слишком густым, добавим немножечко майонеза, буквально чайную ложку майонеза. Творожный сыр с майонезом блендером пробивать не обязательно, масса и без того достаточно нежная, вот такой консистенции. Теперь берем обыкновенный целлофановый пакетик и одним уголочком вниз помещаем его вот таким вот образом на стакан. И будем внутрь него накладывать нашу намазку, белую сначала. И точно так же зеленую намазку укладываем в другой пакетик. Ножницами отрезаем у каждого пакетика кончик и помещаем эти пакетики в кондитерский мешок. Я взяла мешок с вот таким наконечником. Стараемся, чтобы как внутри нашего кондитерского мешка поместились наши пакетики. Теперь начинаем выдавливать содержимого нашего кондитерского мешка на канапе. Выдавливаем так, как нам больше нравится. Любым способом. Продолжаем украшать наши канапе. Сверху посадим на некоторые из них помидорки черри. На другие посадим маслинки. Красную рыбку порежем тоненькими ломтиками и совьем из них цветочек наподобие розочки. Следующий кусочек подставляем. Получившиеся розочки усаживаем на канапе. Можно на этом и остановиться, а можно продолжить украшение, например, вставить в маслинку веточку укропа. Можно подсадить листочек петрушки. Вот в итоге какие симпатичные, забавные канапешки мы получили. Канапе явится украшением любого стола.